Всем привет! Сегодня мы знакомимся с руководителем производства «Поближе». Пойдем вместе со мной. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе поближе. Добрый день! Меня зовут Ольга. Я руководитель производства фабрики «Карнавала». Я отвечаю за то, чтобы все заказы были выполнены в срок и в соответствии с техническим заданием. Также я нахожусь на связи в процессе производства ростовых кукол и костюмов. И сегодня я отвечу на 5 вопросов от нашей аудитории, чтобы познакомиться с вами поближе. Итак, первый вопрос. Как давно вы работаете в фабрике? В этом году у меня юбилейная дата. На фабрике я работаю 5 лет. Очень много изменилось за это время. Фабрика значительно увеличилась, возросла сложность кукол. Разработки стали очень интересные. За это время мы освоили многие технологии, как, например, катающие куклы. Внутри находится специальный металлический механизм. Звезды эстрады с потрясающей проработкой лица. Второй вопрос. Что самое сложное в вашей работе? Ну, посмотрите, сколько вокруг красоты и сказки. Нет, в моей работе сложностей нет. Есть рабочие моменты, с которыми моя команда прекрасно справляется. Есть ли у вас профессиональная мечта? Наверное, правильнее сказать не мечта, а цель. И, ну, конечно же, моя цель — быть первыми во всем, чтобы наша продукция была на каждом значимом событии мира. Цель — стать ведущим поставщиком ростовых кукол, радовать нашей продукцией как можно больше людей по всему миру. Расскажите про вашу команду и сколько в ней людей. Моя команда – это творческая семья. Это очень большой дружный коллектив настоящих профессионалов. В штате работает более 100 мастеров. Кто-то отвечает за дизайн, кто-то за конструкцию, кто-то за художественную составляющую. И я, как руководитель, стремлюсь к тому, чтобы мастера росли профессионально. Всегда поддерживаю новые идеи и инициативы. Очень ценю каждого сотрудника и хотелось бы, чтобы мы шли рука об руку долгие годы. И последний вопрос. Как давно они работают? Коллектив очень сплоченный. Многие работают у нас уже много лет, а кто-то присоединился к нам совсем недавно. Наша фабрика вкладывает много сил, чтобы найти и обучить мастеров, создать им уютную атмосферу для работы, чтобы наши сотрудники с удовольствием шли на работу. Ну а от вас, дорогие заказчики, с нетерпением ждем новых, интересных, креативных заказов, которые дают нам стимул развиваться и быть для вас самыми лучшими. Спасибо большое за ответы. А с вами была фабрика «Карнавала». До новых встреч!